Женщина-водитель в наше время – это норма жизни. Но не часто увидишь представительницу прекрасного пола за рулем УАЗика-санитарки, да еще и самостоятельно меняющую колесо на трассе. Героиней нашего следующего сюжета стала Ольга Леончикова из Мирного. О трудовых буднях женщины расскажут мои коллеги из Алмазного края. Арматура, гвозди. Помогают хоть на трассе мужчины? Это я сама делала. Не даете никому? Не доверяю. 15 минут Ольге Леончиковой надо, чтобы заменить спущенное колесо. Смеясь, говорит, наспор могу и за 10. Опыт. Я работаю в автобазе Мирнинского ГУКа с 89 года. Это 28 лет. После школы Ольга пошла учиться на юриста. Получив диплом, поняла, что хочет стать водителем. Выучилась на вождение и сразу устроилась в автобазу. Коллеги первое время недоверчиво улыбались при виде женщины за рулем. Ольгу я знаю очень давно, с момента моего прихода в автобазу. И знаю, как ответственного, хорошего водителя. Времени много прошло, уже привыкли. Профессия Ольги не женская, а хобби очень женственное. 7 лет после работы она занимается фигурным катанием. Участвует в мирнинских ледовых постановках, выступает на российских соревнованиях. Не так давно откатала любительскую программу за границей. Во Францию ездила, в Германию. Ну, в Германию не так радужно, во Францию хорошо съездила. Второе, третье место заняла. Это 2 года назад было. Сейчас все направлено вот у меня на выступление, на увлечение, вот на фигурное катание. Отработать смену без поломок и сходить на тренировку – это не все, о чем мечтает Ольга. Единственная дочь сейчас учится в институте и тоже на юридическом. Мама надеется, что она не пойдет по ее стопам, жалеет ребенка. Говорит, график нелегкий. Режим работы посменный. Заступаем с 6 утра до 6 вечера, это первая смена, и вторая с 6 вечера до 6 утра, вторая смена. То есть 3 смены дневные, 3 ночные и 3 выходных. Ежедневная работа Ольги – развозить людей на служебной машине по городу и по трассе до рудника «Интернациональный». В день бывает по 5-7 рейсов. Машина часто ломается, но она не жалуется. Говорит, что сейчас у многих мужских профессий женские глаза. Елизавета Кочетова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».